Здравствуйте. Сегодня мы находимся на рыбалке на реке Савала. Мне часто приходилось наблюдать, как многие рыбаки, имея фидер, его складывают пополам и оставляя здесь шнур или леску. Я спрашиваю, почему? А говорит, ну, застежка не дает возможность вытащиться или надо обрезать. Я принял такое решение и думаю, что оно полезное для не только начинающих рыбаков, но и для тех, кто так поступает, как вот я сказал прежде всего, что он складывает части бланка, не вынимая лески, из-за неудобства, как говорит. Здесь я оставил только ветлюжок один. Вот, видим? И он хорошо продевается в каждую петелечку вот этого колечка. Очень удобно продевается. Раз, все, проделим мы его. А на поводке идет только одна застежка, а в другом месте идет только петелечка. Так я там, где петелечка, еще заправил, одну застежечку взял. И очень удобно это заправлять. Вот здесь у нас в конце уже есть ветлюжочек. И мы в этот ветлюжок заводим застежку. Закрепляем ее и все. И у нас другой конец тоже застежкой. А здесь зацепляем воблер. В другом конце свободно зацепляем воблер. Очень удобно это. И при разборке у нас ничего не мешает, хорошо снимается. Все, застегнули застежку. Все, так у нас готово. И теперь пойду делать заброс. Воблер от вершинки оставляем от 50 сантиметров до метра. Длиннее неудобно, а короче тоже. Многие советуют, что эту скобу леского укладчика ставить необходимо горизонтально. Я не знаю, мое правило такое, не знаю, правильно это или нет, от горизонтали и до вертикали, не доходя 10 градусов. Вот это положение удобное для заброса лески. И леска или пленка не будет у нас путаться и будет хорошо разматываться. От горизонтали и 10 градусов не доходя. Вот это положение самое удобное для заброса лески. Леска хорошо разматывается и будет удачно идти в свое положенное место. Теперь делаю заброс. Проверяем, чтобы она свободно ходила. Этим пальчиком мы прижимаем здесь, отпускаем скобу и делаем заброс на определенное расстояние. Делаю заброс. И после его не забываем скобку лескового укладчика вернуть в исходное положение. Вот такой небольшой секрет для тех, кто впервые взял в руки фидер, так сказать, для начинающих, был показан здесь. Кто желает получать из весело добавленных мною новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. Желаю всем уловистой рыбалки. До свидания.